На одной из заключительных площадок международного форума в Саратовской юридической академии говорят о защите прав и интересов несовершеннолетних. В этом вопросе, уверены эксперты, органам прокуратуры и Министерству просвещения нужно работать совместно. Сессия призвана стать одним из эффективных форм по проработке актуальных вопросов руководства надзора в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики правонарушений в молодежной среде. Много делается всей системой правоохранительных органов для пресечения преступлений и обеспечения законных интересов всех несовершеннолетних. Совместно с коллегами из Академии развиваем методический центр поддержки комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав всех субъектов Российской Федерации. И юридический потенциал Академии, научный методический потенциал очень активно включен во все то, что происходит в каждом субъекте Российской Федерации. Именно на сайте Академии работает ресурс, который отвечает на вопросы наших коллег, работающих как в системе образования, так и в системе социальной защиты, в системе молодежной политики. Обсудили участники форума и новые федеральные и государственные образовательные стандарты. Например, сейчас в юридических вузах доступно обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья. Развиваются цифровые умения и навыки, включены новые виды практик на базе юридических клиник. Измененный подход к написанию курсовых работ. Теперь в них значительно больше анализа и практической части. Форум – это очень хорошее начинание. Я думаю, что он должен быть системным, ежегодным. Ученые, практики, юристы обсуждали актуальные вопросы права и праворегулирования разных сфер общественной жизни, но задача на совершенствование законодательства. Многих преподавателей и сотрудников вуза за достижения в науке, образовании и других направлениях деятельности отметили государственными и ведомственными наградами. Напомню, первый Саратовский международный юридический форум проходил в рамках празднования 90-летия вуза. 15 отраслевых площадок собрали почти 1000 участников со всей России и 16 стран. Нина Цапайкина, Александр Кравченко, Саратов 24.